необычная утечка Ford Mondeo 320 TDCi, утечка солярки, вот с конуса, конус разбивается, когда сильно зажимают, и солярка начинает течь по форсунке, и здесь все было залито, лужа была здесь полностью на ДВС. И это высокое давление, то есть загоралась спиралька у человека, вот, и ну, сбрасывала. Четверть бака ушло солярки у него, все здесь залито, пятна здесь солярки. Надо искать такой шланг. Все, ребят, всем добра, благословения, пока.